В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, все торговые объекты в стране должны иметь паспорта безопасности. Этот документ определяет комплекс мер по выполнению требований антитеррористической защищенности магазинов, рынков, торговых комплексов. Администрация района совместно с представителями силовых структур и руководителями торговых предприятий проводит работу по контролю над оформлением необходимой документации. Вместе с другими мероприятиями это усилит защищенность объектов, позволит точно и эффективно реагировать в случае любых чрезвычайных ситуаций. С этой целью рабочая группа, в ее составе помимо представителей профильного отдела администрации, проверяющие из МВД, МЧС, ФСБ, выезжала в торговый центр «Сисма» на Институтской улице, дом 27Б. Жители микрорайона Чкаловский хорошо знают этот комплекс, в нем работают несколько магазинов, в том числе и сетевые. Поставлены задачи всем руководителям торговых объектов по этому вопросу. Сейчас остается только по временным показателям. До конца года мы должны все полностью привести в порядок, все паспорта, безопасность торговых объектов привести полностью в порядок, проверить это, утвердить. И уже в этом ракурсе работать уже плодотворно с торговыми объектами, которые находятся в Щелковском муниципальном районе. Заместитель главы администрации Евгений Петеримов сообщил, что каждому работающему в районе торговому объекту будет присвоена категория, специально прописанная в паспортах безопасности. Работа по их оформлению должна быть завершена до конца года. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».